Всем привет, друзья, вы на канале Crypto Commons, и это супер срочный коротенький апдейт по ситуации, даже не столько по рынку, где, конечно, все зеленое, эфир снова 2000 баксов, биток 60, альты отскакивают прекрасно, EOS вчера полетел, Dash полетел, Stellar полетел, да в принципе все полетело, так что мои поздравления всем, кто имеет терпение, вы сейчас все делаете крышесносные иксы, в чем я даже не сомневаюсь. Вот, но я хотел сказать вам немножко другое. Смотрите, какой расклад. Да, нас уже, кстати, с вами 16 тысяч подписчиков, за что большущий вам респект и уважуха. Но что я вижу сейчас из статистики канала, то, что просмотры падают, причем сильно падают в разы. И то, что вы мне пишете, что вы не получаете уведомления о видосах. Это значит то, что мы попали, все криптоблогеры сейчас, не только наш канал, попадают под shadow ban, то есть под теневой бан YouTube. И, соответственно, YouTube, как обычно, не блокирует всяких скамеров, которые в комментариях от нашего имени орудуют. Кстати, да, вообще не ведитесь ни в коем случае. Вчера видел где-то объявление якобы с фоткой Карла, якобы инвестфонд какой-то там 60% в месяц. Ни в коем случае не ведитесь ни Карл, ни мы, никто никогда не попросит у вас деньги в доверительное управление. Так что просто будьте осторожны, начеку. Мы вам даем весь контент бесплатно. Если вы хотите поддержать наш канал, внизу в описании есть кошельки для донейшенов и также все партнерские ссылки на проверенные сервисы, которые мы сами используем. Вот, поэтому что можно здесь сделать? Если вы еще не подписались и не поставили на колокольчик, сделайте это обязательно. И также чаще делитесь этим видео, нажимайте кнопку поделиться, share и кидайте его там в Telegram, чтобы YouTube понял, что эти видео действительно значимые для вас. Вот, ну а так что я хочу сказать, все хорошо, смотрите, все растет. Но опять же, всегда мы же понимаем, что все на рынке резко меняется, оно вот сегодня растет, а потом бам, видите как. Но смотрите, какое хорошее здесь поджатие по эфиру. Мы говорили с вами об этом на стриме, что у нас здесь уровень 2000, он как бы константный, а минимумы поджимаются. И это все похоже на восходящий треугольник, который по учебнику сейчас, конечно, как выстрелит наверх. И цели там 2600, 3 или 3600 даже. Поэтому не финансовый, конечно, дисклеймер, но очень здорово выглядит все. Лайткоин тоже пробивает 200. Dash даже уже 235. И посмотрите, как он уверенно пошел. Опять же, вот у нас тут был нисходящий треугольник такой, который по теории должен был, конечно, вниз идти, но это крипта, детка. И Dash сейчас, походу, полетит очень высоко. Но по Dash я уже не буду в тысячный раз повторять прогноз, потому что Dash, на мой взгляд, самый крутой именно с точки зрения теханализа, да и с точки зрения фундаментала тоже. С точки зрения теханализа график просто, вот смотрите, где у него all-time high. То есть, ну тут, пожалуйста, иксы, вот просто собирай, не хочу. Ну и с точки зрения фундаментала, они там сейчас запускают масштабное обновление, плюс очень быстрая, удобная, замечательная сеть, которую реально все используют. Так что все то же самое, ребята, прогнозы не меняются. У меня не такой канал, где я вам буду говорить: все, чуваки, сегодня мы шортили, завтра лонг. Как бы по идее, да, вот, смотрите, на 30 минутках мы могли бы с вами, конечно, тут вот сказать, что вот тут мы взяли крышесносный шорт, вот тут крышесносный лонг, тут крышесносный шорт, но это не мой стиль торговли. Кто спрашивает меня, торгую ли я по Карлу, да, иногда мне нравится его, вот то, что он сейчас дал сигнал по эфиру, например, неплохо, на 2500, это среднесрочная сделка уже, но вот ловить вот эту вот машину возню, я вам так скажу, нет, я никого не осуждаю, кто, у кого получается, торгуйте, кому-то наоборот удобнее в боковике, ведь посмотрите, здесь четкие уровни, тут было видно, что 180 покупай, 230 продавай, да, но я по опыту, вот мне это не нравится, потому что я в какой-то момент 230 продаж, понимаете, что будет, а потом отдаляешься на недельке, а это оказывается вон мы где, видите, даже не видно, 230 продаж, а он на 600 улетит, и ты будешь говорить, блин, Даш, 230, блин, продаж, будешь по 600 уже покупать, а он потом на 400 упадет, ты психанешь, по 400 выйдешь, а он потом на 1300 улетит, поэтому мой среднесрочный стиль торговли, это вот здесь я аккумулирую лонг, то есть я как черепаха торгую, я год аккумулирую лонг, потом год сижу в лонге, потом год выхожу из него частями постепенно. Я вам это очень много раз говорю, я надеюсь, вы... Я не призываю вас, как бы это моя тактика, если у вас так получается, если у вас есть годы на трейдинг, на одну позицию, то очень круто, вы будете по-любому в долгую в плюсе, это я вам практически гарантирую. Если нет, если вам надо здесь сейчас, ну смотрите новые монетки всякие, дефайные и прочие, которые неплохо отстреливают, надо сказать. Ну и вообще рынок оживает, напишите в комментариях, что вы думаете.
По EOS тоже, вот, я взял лонг на днях, вчера, что ли, или позавчера, частично разгрузил уже, вот он мне рисует 1000% ROI, но это, конечно же, бред, потому что здесь маленький объем, никакие не 1000, но он считает из расчета, я потому что торгую в кроссе, он считает из расчета 50-го плеча, ну, все равно приятно, что, вот, а кто не понимает сейчас вообще парагвайский язык, на котором я говорю, есть видосов куча у меня по поводу, как торговать на биржах, есть видос, какие биржи выбрать, как на них торговать. Вот здесь плейлист на канале. Вот. Это старый видос, но там все понятно на самом деле. Чем отличаются Binance от Bybit, от Femix, от Poloniex и так далее. Но более подробно именно про то, как торговать с плечом на кроссе, на споте, на кроссе, на марджине, на фьючерсах, чем все это друг от друга отличается. Это мой обзор Binance. Посмотрите его, пожалуйста, обязательно, если вы не видели. Там все супер подробно объясняется. И я скоро начну делать новый обзор по Bybit, потому что мне очень нравится Bybit. Но, к сожалению, мой обзор по ней очень старый, уже там половину функций просто нету. Ну и также обзор по Femix, по Dudex тоже посмотрите. Все эти биржи абсолютно уникальные, со своими супер фичами. Ну и да, что же, у меня тут микролонг набран. Ну как бы вы поймите, кто вот, мне кто-то писал в комментариях, что типа автор топит за Dash, а сам не в Dash. Вы что, прикалываетесь, что ли? Я в Dash, просто это моя микроспекулятивная позиция на фьючах. То есть здесь, да, я не в Dash, здесь я в USDT, потому что Binance не дает пока Coin Margin Futures на Dash. То есть, чтобы торговать на фьючах Dash, нужно иметь USDT на балансе. А так на споте у меня, на холодном, на кроссе. Везде тоже, естественно, набран Dash. И основная сейчас позиция из альтов — это Dash. На втором месте эфир Classic. И, собственно, по ним мы и видим хорошие отскоки. Посмотрите на недельном таймфрейме, какие хорошие отскоки. Тут как бы гадалки не ходи, а дай полонговать. Вот. И эфир Classic тоже, посмотрите, вот он полетел. Все, как мы и ожидаем с вами. Даже к биткоину он уже зеленый и отбивается от сетки EMA Ribbon. Так что, ребятушки, лонгуем, лонгуем по полной. Ну и для тех, у кого нет крипты, для тех, кого смыло и так далее. Да, не забудьте подписаться на наш телеграм-канал, потому что у нас тут все серьезно, даже не было никаких первоапрельских шуток, видите, все серьезно, переводы зарубежной аналитики. Альтсезон реально вот он начинается, кто заказывал, потому что доминашка падает вниз. Распродажа альткоинов, конечно же, на Binance, по нашей партнерской ссылке дополнительные плюшки в виде аирдропов и кэшбэков, так что можете регистрировать второй аккаунт смело. Вот, ну а всем, кого ликвиднуло или кто просто хочет получать бесплатные монеты, не забудьте про вот этот огромный список кранов, который у нас здесь есть. Он есть как и в отдельном посте, так и в шапке нашего канала, в шапке телеграм-канала, здесь все полезные ссылки. И также в описании этого видео. Вот лучшие биржи, лучший обменник. И вот они все бесплатно дающие краны. Так что переходите по ссылочкам, крутите их. Они, конечно, дают в день по чайной ложке, но если вы их крутите через годы, у вас накапливаются нормально крипты. Так что вполне себе рабочая тема. Выводы на всех кранах проверены, работают прекрасно. Вот. Ну вот такой сегодня коротенький апдейт по ситуации. Альты лонг, доминация шорт. Ну а я всех обнял, всем профита. Меня зовут Фалала, это канал Crypto Commons. Спасибо, что смотрите, подписывайтесь, лайкайте, делитесь этими видео обязательно, чтобы помочь нам обойти шэдоубан Ютуба. Всем большущего профита и увидимся скоро. Пока.